Так. Была. Ну, ох, принципе, пищ. Я поставил. Ой, прикол. Ну. Я уже давно поставил его. Ну все получается. Лично. Вы идиот? Ой! Мне нравится это. Мне я нравится. Сдох. Где? У себя где-то? Надеюсь. Ага. Тебе повезло. Что у себя? Все сгорело. А, нет. Блин, мне так не нравится вот эта вещь. Все мои вещи отлетели в угол, офигенно. Повезло или наоборот? Повезло, очень повезло. Вот. А это мои вещи вообще? Откуда у меня там алмазный там? Ладно. Или все-таки пониже лить для прикола. Типа вот было бы неплохо. Так. Так. Фуф. То же самое. Блин, я уже устал это делать. Заметь что-нибудь другим. Или это очень надо? Ладно. Ладно, я могу это так оставить, в принципе, без разницы. Готовлю сюрприз для тебя. Сюрпризы. Сколько серьезные. Типа ловушку какую-то жестоко. Ну, жестоко все, да, очень жестоко. И эффектно. Эффектно это да. Что-то я забыл, что. Вот. Гениально. Заодно и добудем камешку. Может начать делать зелье скорости? Я молодец, я опять себе без воды. Я пердона. Что-то очень похоже, да. Мне нужно очень много железа. Очень. А, третий же можно не добывать. Мендейл, поэтому я буду делать да. Из другого материала. Супер. Гениально. Так. Я опять туплю. Да, такс. Камень, ножницы, бумага. Это так. Бла. Ох, пищ! Кстати, да. А, вот там, кстати, можно спокойно это использовать. Гениально. Откуда он взялся? Скотина, у меня все сгорело. Это тоже спокойно. Теперь уже серьезно. Спокойно вообще можно использовать. Ко мне идти уже хочешь? Нет. Я еще не доделал то, что вот здесь защиту здесь. Ну, по полной. Вот то есть даже. Я уже сделал, но не полностью. Ну как тебе это пройти здесь? Да, это, кстати, интересный вопрос. Или как, чтобы ты прошел? Но не прошел, да? Ну не прошел, да. Это вот нельзя так. Это надо, чтобы я прошел. Типа нереально? Как мне выбраться? Реально, но нереально. Я сам выбраться не могу. Забавно. Как я выберусь, если ты не нашел выход? Блин, тут надо. Тут уже лучше свет поставить, а то. А вот откуда факел был. Блин! Мне нравится твое разочарование. Ну это последнее, что мы поставим из этого блока. Реально. Красиво, но капец как практично. Там вот, правда, нам не нравится это место. Очень не нравится. Ну ладно. В принципе, все равно достаточно жестко, конечно, немного не другом уровне, но пошли туда там. Там и нормально. Вот здесь надо. Пусть как-нибудь. Мы почти сделали уже. Да, это сразу можно закрывать. Ну, копать закрывать. Можно я прикопаю на печь.
Блин, у меня просто проблема тут. Не, ну, пробую обойти это по-другому. Ну, типа, у меня проблем даже не вот таких не возникало. Я не знаю, что у тебя там с модом проблем. С функциональностью. Или ты придумал идею, которую сложно воплотить. С функциональной. Хотя нет, я могу так поставить. Нет, все норм. Не пытайся сделать невозможное, пожалуйста. Просто... Я не прохожу миссию невыполнимую, пожалуйста. Это нет. Это не про мою часть. Я не вот это пытаюсь просто поставить, как бы. Да, походу, мы реально немножко клонируем миссию невыполнимую, делаем просто почти нереальные просто проходы, чтобы. Ну, я, в принципе, готов ставить. Ставим? Ну, давай. А, подожди. А, ты про что сейчас? Давай. Блок. Не, я сейчас просто немножко не в том месте. Я скажу тебе, да. Если ты не будешь далеко от дома ходить, я скоро буду дома. Сейчас я просто немножко копаюсь. Не хочу ради этого сейчас уходить, но я скоро буду. Я думаю, что я проиграю. Ну, ладно. Ну, ты стреляй, ну, ты стреляешь лучше. Поэтому не факт. Ну, кто сказал? Ну, ты всегда меня убиваешь чаще намного, чем я тебя. Но... Но я все равно просто. Кто знает. Я. Какой у тебя сейчас план? Что? Какой у тебя сейчас план по строительству? Ну, это ты сделал, типа... Ну, по строительству твои идеи закончились уже. Все, ты сделал. Или у тебя есть какие-то еще планы? Ну, да, блин, может быть, сделаю еще что-то. Но желания уже прям нет. То есть, думаешь, этого достаточно будет? Ну... Да. Ты там уже приготовился, вижу, там скрафтил 10 взломщиков и все, да? Ты или я? Ты. Нет. Не говори. До этого еще не дошло. Увы. Я постриг овцу, и через секунду у него выросла шерсть. Прекрасно. Фантастика. Ну да, это, конечно, такие штуки для себя приготовил, что тебе и не снилось, конечно. Все, я взял. Иду. Так, наставляет такой интригующий момент. Надеюсь, ты сразу не пойдешь нападать, потому что, ну, тебя ждет здесь сюрприз, так что не надо. Давай, ты готов? Да. 3, 2, 1, я поставил. Хочешь прикол? Ну. Я уже давно поставил его. А, ну молодец. И просто реально было, ну, лень, типа, ждать этого момента, я просто поставил. А, окей. Окей, так. Ну, Кодзима гений, да? Кто? Кодзима гений. Почему Кодзима? Я не понимаю, в чем прикол? Кодзима гений, да? Пусть будет. Ну, он гений же, да? Да, Кодзима. Да, очень. Итак, поехали. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5. А что так дорого? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мне тоже дорого. Так, опа, бурому сделали. Что у нас еще по железу? Ну, уменьшается, блин. Надо, значит, пойти потом поменять. Гениально. А ты? Кто? Думаю, тоже. А, еще сел. А, ну хотя можно вот так вот как-то сделать. Блин, не знаю даже. Придется, наверное, да. Ну, будет неплохо, наверное. Если вот так сделать. Вот ты точно вот Кодзима гений. Тебе еще больше нечего сказать. Не, ну Кодзима гений, да? Ну тогда гений, да. Да. Бля, с чем разговор? Ну, это ты разговариваешь, я ну, как бы так поддерживаю. Ну, то есть Кодзима гений. Забавно. Нет, ты на самом деле сначала вообще не поймешь, как прийти в мою базу. Просто ты будешь в шоке. Ты будешь просто... ну, не базу, а... Это на это место. Всё. Я устал. Так. Ой, ё-моё. Это вот только Кодзима гений? 8. То есть получается не только 8, а получается... Подожди. Получается Кодзима гений? Не 8, а аж... А, то есть Кодзима гений? Раз, два, пять, шесть, семь. Капец. А у меня нету его? Блин, а я быстро железо уйдет, если буду так тратить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Капец, тут дорого. Мне кажется, дешевле было бы сейчас заняться этой штукой. Ну ладно. Я хочу узнать, вот, Кодзима гений? Да, 200%. Довольно? Слушай, можно вопрос? Нет. Это по поводу майна.
Ну. Как это демагин? Я так и знал. Как у тебя, кстати, с динамитом? Мне он не нужен. Так. Ты что, на разведку ко мне идешь? А, сторич. А. Ты, конечно, знаешь, что еще поставить надо. Получается... О, вау, прикольно. В моем кармане находится все мани. Слушай. Ладно, все, все. А, все понятно с тобой. Все, больше не пиши мне. Да. А то Кодзима не гений получается. Да, именно. Еще раз, два, три, пошло. Раз, два, три, пошло. Вот так вот. Все, все для своей, для своей. Фига мне пролагивает. Уж потому что я покупаю много. Я просто думаю, что там кто-то построил, что меня пролагивает. А, ты пришел сюда или смотришь опять и типа такой. Нет, я не пришел сюда, меня просто пролагивает. Просто ну. Ты говорил, что идешь покупать, у меня лагать началось сейчас. Ну, может, потому что я купил кучу железа. Ну, в принципе, я закупился, это я молодец. Эту систему, кстати, убрал, которая тебя обстреливала взрывными зарядами? Первую, да, вторую я... нет. Не хватило сил и ума. Просто не ходишь туда уже, да? Ну, уже все, зачем мне туда сейчас? Оу, е. Мне интересно, ты вот это крафтил или не скрафтил еще то, что я сейчас скрафтил? Ну, спроси, я тебе отвечу. Нет, не хочу. Я тебе честно отвечу. Не надо. Я не хочу сам говорить, что я скрафтил. Звезду, что ли? Да. Ну, я сейчас тут ее скрафтил. Ну, все получается.